телом невинного 11-летнего мальчика. Мы направили лучших экзорцистов, но им не удалось. Кто вы? Я помогу вашему сыну. Я не экзорцист, не использую религиозных методов. Я подключаюсь к сознанию жертвы, чтобы излечить болезнь. Выдворяю демона изнутри. Мы у тебя в голове. Очнись, приятель. Что-то не так, Генри? Это существо очень сильное. Сильнее, чем я когда-либо встречал. Что, если существо покончит с мальчиком и решит перейти? Мальчик умрет. Кэмерон, это не на самом деле. Ты будешь гореть. О, боже. Корж ночи. Инкарнации.